замечать выдающихся людей в своей среде не постфактум, через там какое-то энное количество времени, а при жизни, когда им можно в лицо сказать, что это творчество, их творчество – это явление выдающиеся русские и советской культуре, так сказать. Потому что Владимир Милюхин и Лидия Мастеркова начинали в советское время, и в этой ситуации, абсолютно потерявшие какое-то понимание себя, искусства эпохи 40-х, 50-х годов, забывшие свои основания, что такое живопись, что такое цвет, что такое линия, что такое, какое формальное выразительное, каковы цели, собственно говоря, каковы цели живописи. Вот в этой ситуации Немухин с Мастерковой, они возвращают профессии, ее исконные основания, ее основные принципиальные, базовые, фундаментальные свойства. Они показывают, что существует, собственно, отделенная от всего художественной ценности. Вот это вот, пожалуй, самое главное, что они делают. И, а дальше уже то, что они важно, конечно, то, что они входят вдвоем, легко, в начале 60-х годов, в международное современное искусство, как будто бы можно было ездить, как будто бы можно было видеть его, каким-то удивительным образом преодолев все барьеры и все препоны. У нас считается, что мы вернулись в современное искусство недавно, с концептуализмом. Это неверно. Вот человек, который вернул нашу художественную культуру, живописную культуру в русло международного художественного процесса. Спасибо. Дальше. Я буду выполнять поручение, которое сегодня художники и президиум Российской Академии художеств, они решили вас наградить. Владимир Немухин награждается орденом заслужения искусства.